ЦСКА – сильнейший клуб в Европе. ЦСКА в очередной раз выиграл Евролигу. И Кубок Белова, и победа в Единой лиге ВТБ. А скажи мне, Семен, тяжело тебе быть дублером звезды? Это просто моя работа. Забить трехочковый или взять важный подбор. Да, синяки проходят не сразу, но я не жалуюсь. Ребят, можно потише? Извините, пожалуйста. Вот сразу видно, кто в команде звезда. Никита, ты уже трехкратный победитель Евролиги. Титулы не тянут. А знаете, как все начиналось? Подбор Кулькова, передача на Едешко и Белов вторым эшелоном. Броска, по-моему, после этого броска разница в счете достигает 10 очков. И еще здесь блокшот. Отдает Ковыркин в угол на Белова, передача на Илюка и вот она, не сирена, просто свисток. Победа ЦСКА. Кубок европейских чемпионов завоевал. That's my guy. Hey, Giant, come over here. You look big. Who are you? I'm a basketball coach. Really? Did you know about European basketball? No. You're big. You gotta play ball. You can play ball. You gotta come with us, man. Okay, let's go. Hey, don't touch the car. You like it? I do. Of course. You play good, then you might have one of these. Что, товарищ? Стальной комик понравился? Yes, of course. Метальный план выполнишь, махнемся. Private Voigtman? Sir, yes, sir. Private Hiller? Sir, yes, sir. What is your name, Private? Private James, sir. First scorer of EuroLeague? Yes, sir. Private Baker? Sir, yes, sir. You're all now CSKA Privates. Any questions? Sir, I have a question, sir. Why are we wearing these uniforms? Because it's the uniform of legends. Keep it safe. А скажите мне, ребята, какие у вас сейчас творческие планы? У нас здесь план только один. Это ЦСКА. Здесь нужно быть лучшим. Так было до нас, так сейчас и так будет всегда. Hey guys, are we ready? Yeah. Are we ready to do it again? Yeah. Make them proud? Yeah. Management? Yeah. Fans? Yeah. For ourselves, goddammit! Yeah. Make me proud again! Come on, captain! Hold it! Together! ЦСКА!